перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Пидораню здравствуйте. Здравия желаю. Здравия желаю. Вольно. Вижу, жизнь бьет ключом. Так точно. Товарищ Москвин проводит смотр. Опа, сам генсек. Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно. Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло. Как все закрутилось. Слушай, Артем, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Пошел. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех, и все за одного. А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. Чи пристанем мы до него, чи нет? Верова, по которой стране я встанусь. Тяжкий выбор. Это вообще за какой-то педер, все так уж мягко купил. Там вот у него фан. Товарищ Морозов? Рад. Рад. Я думал, вы пропали. Смерти храбрых. Был в плену, Вячеслав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже... Рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артем. Доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли Д-6. И потом он отличился. Во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Да, достали негоциации. Ну, теперь не звук тортуры. И сухой кноя коммунисты, но... Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты «Черные» представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числав. Разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Отставить все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Тебе не подходил до нас, не. Тряхну стариной. Видим же, как в окулярках то будет какой-то хорый. Ну, гнида. Говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д-6. На! Молчишь? Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучёныш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор любят! Стоять! А ты, стоять, ты... я сказал! Вы... А, мне так всё попойкал. Делайте, что хотите. Но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Я понимаю, застрелюсь, то пацаном сочь мужик. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете. И доставим часом громче.
A to dziwne, wynikałoby z tego, że ci czarni wcale nie są tacy źli. Może niepotrzebnie ich zabijaliśmy, może oni zabijają złych. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и... Себе взять там топорок и вбить. И рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Видя, что можно тут Венеции сделать. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь... Ну, что за цель? Попросту меня выпустил, волос от смерти. Мамы просто больше счастья, чем живого. Давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трупам. Удачи. Утекаем. На привитание мамы еще шчура. W sumie fajnie, że nie musimy ginąć tak od razu. Mam nadzieję, że na końcu całej fabuły też przeżyjemy. Садись, Чеслав, говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава? Уже высухамы. Информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис. Подслухай всякие разговоры, добра. И даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, и я, и политбюро сомневаемся. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права! Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом? И после его безвременной кончины, генсек, вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Wychodzą tu mroczne fakty. Przejdźmy dalej. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления и не встретят сопротивления. Потом зачистка. Смирно! Товарищ генерал! Бойцы! На вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае и только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну... Удачи, орлы! Служу красной линии! Линии! В
Mam, czyli idą na samobójstwo.